Вань, ну поздравляю тебя с дублем и с победой. Традиционный комментарий по игре. Но получилось, слава богу, выиграть крупно сегодня, что нам требовалось, наверное, чтобы получить какие-то дополнительные эмоции к началу кубка. Поэтому мы, несомненно, рады, что добились такой победы. Ну, понятно, что этот соперник не показатель, у нас впереди очень важный и серьезный матч. Уже середина третьего сбора, и, в принципе, сбор подходит к концу. С каким багажом подходишь к концу сборов? Ну, багаж такой серьезный, мы хорошую работу проделали на сборах. Она еще продолжается, еще есть неделя, но это уже будет конкретно под «Спартак» подготовка. Но в целом я оцениваю сборы плодотворными. Дай бог, это все скажется на хороших результатах у нас в играх. Уже идут обсуждения по поводу кубка и матча со «Спартаком» или пока еще рано? Обсуждений как таковых, наверное, нет. У нас настрой идет уже на эти игры, потому что уже неделя остается, да, тоже вот-вот. Поэтому сейчас уже цикл начнется, будем готовиться, разбирать и надеемся на победу. А своей работой на сборе доволен? Получалась разная работа, когда-то что-то лучше происходило у меня в играх, что-то нет, но в целом как бы то, какую работу проделал, то доволен. Появление Артема Дзюбы как одного из конкурентов позиции тебе как-то подстегнуло дополнительно? Ну, мотивация – это всегда хороший двигатель вперед, поэтому то опытный футболист, да, со множеством трофеев, поэтому я это воспринял, помимо того, как конкуренция, еще что чему-то могу научиться в плане футбола. Буду смотреть, буду конкурировать, конкуренция – это хорошо.